Эти кадры с места ДТП на Аксаевском шоссе. Столкновение произошло 30 октября во второй половине дня в районе 5 вечера. Водитель автомобиля марки «Лада Приора» не отреагировал на знак «Уступи дорогу», в результате чего произошло ужасное столкновение с большим грузом КАМАЗом, водитель которого не смог остановить многотонный грузовик. В результате ДТП погибли двое мужчин, находящиеся в легковом автомобиле «Лада Приора». На данном этапе ведутся работы следственного характера. Сотрудники отдела ГИБДД совместно с Следственным комитетом выясняют причины столкновения. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения по городу Хасавюрт Абдулнасыр Тавбиев выступил по данному делу, рассказал о происшествии и на каком этапе находится следствие. Водитель автомашины «Приоры» нарушил требование знака «Уступи дорогу», в результате чего совершено данное дорожно-транспортное происшествие. Конечно, в данный момент ведется следственные действия. Окончание будет выяснено, кто из них виноват. По предварительным данным, водитель «Приоры» считается виновным, потому что для него стоит «Уступи дорогу» знак. И, конечно, видимо, думал, успею, но, тем не менее, не успел. И автомашина «КамАЗ» вовремя не смог среагировать, так как она и тяжелая автомашина, невозможно остановить. В результате чего получилось данное происшествие. Во время столкновения водитель автомобиля погиб на месте. Пассажир, сидящий рядом, был еще в сознании, но в скором времени скончался на больничной койке. Абдулнасыр Тавбиев обратился с просьбой к водителям не превышать скоростной режим, быть бдительными, не нарушать правила дорожного движения и следовать дорожным знакам во избежание каких-либо дорожно-транспортных происшествий. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».